Друзья, всем привет! Сегодня мы в маленьком домике находимся, чуть меньше 40 метров квадратных. Здесь у нас сделано отопление, водоснабжение. Делали компактно максимально, чтобы здесь вот все у нас вмещалось. Здесь и бойлер есть, и электрический котел, есть автоматика управления отоплением по комнатам, есть автоматика включения греющего кабеля, чтобы водичка не замерзла. Все это можно удаленно включать, выключать, есть защита от протечки. Ну и подробно у нас здесь ввод воды в самом низу, также дальше коллектор водоснабжения, коллектор отопления, трубы из металлопласта на пресс-фитинге, собрали достаточно компактно, специально, чтобы еще у нас здесь влезла стиральная машинка и были полочки для всяких своих нужд. То есть, если обратить внимание, вот у нас есть краники, дешломатор, фильтр и специально вот так вот две трубочки параллельно идут в систему отопления теплых полов. Друзья, обратите внимание, вся электрика и автоматика у нас разведена в кабель-канале, у нас нет нигде открытых проводов, достаточно красиво и гармонично смотрится все. Ну и также уже мы тут финишно поставили всю сантехнику, душ тропический, душевой уголок, смесители. Здесь у нас стоит два комнатных термостата, которые управляют температурой в помещениях, ну, удаленно и в ручном режиме. Точно так же. А еще их можно быстро снимать и клеить обои. Завершающим этапом в санузле мы уже установили унитаз, раковину и смеситель с гигиеническим душем. На кухне мы здесь установили фильтр 2 в 1. Обычная вода, фильтрованная, ну и также фильтр Аквафор Марион. Обратный осмос, чистейшая вода. Друзья, ну и забыл сказать, здесь у нас было несколько этапов работ. Первое — это черновая. Мы подготовили для теплого пола утеплитель, расстелили. В утеплителе сделали раскладку черновую водопроводную от коллектора до точек будущих. Согласно проекту, проект согласовали предварительно с заказчиком. Потом уложили теплый пол, повесили коллектор, подключили, опрессовали. Далее сделали стяжку. Ну и после стяжки уже повесили бойлер, котел, обвязали все это, запустили, сделали автоматику. Ну и вот вы видите результат. Если нравится, ставьте лайки, ну и подписывайтесь. Пока!